Всем привет! Сегодня хочу с вами сделать красивые заколки для маленьких девочек. На Алиэкспрессе я заказала вот такую основу для заколок. Конечно, я рассчитывала, что она придет немножко больше, но она пришла совсем маленькая такая заколочка. Будем делать что-то из нее. Вот совсем крохотулечка такая, сантиметра два. Также до этого я заказывала на Алиэкспресс различные пуговички, вот бусинки, вот в виде жемчуга покупала в магазине бусинки, в виде белого, в виде черного. Девочки баловались, тут на шнурок мне надели, ну пускай будет на шнурке, так, кстати, даже удобнее, они не рассыпятся и не потеряются. Колечки пластиковые тоже покупала для развивающей книжки, вот у меня остались здесь вот такие маленькие розочки из ткани. Тоже у меня есть. Я думаю, что все это сейчас пойдет в дело. Будем делать красивые заколочки. Склеивать я буду горячим пистолетом. Вот такая миленькая маленькая заколочка у меня получилась. Ну что, продолжаем дальше работать. Такая крохотулечка. Убираю лишний клей. Заколочка готова. Вот такие красивые заколочки получились.